Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Промикс. Продолжаем катать в TIE Fighter, ну или Space Engineers, судя по предыдущей части. Да и вообще, видимо, вся эта битва будет Space Engineers, потому что мы строим станцию. В прошлой серии мы уничтожили фортпост пиратов, достаточно круто охраняемый. И теперь мы охраняем свою позицию. И будем ждать конвой, который принесет нам запчасти на станцию. И они ожидают, что Людвиг будет под атакой. Ну так, блин, бомберы, парни. И Тайн-Интерсептор. Тайн-Интерсептор у вас есть. И 15 минут ждать. Окей. Это все? В смысле вы running low on active time bombers? У вас в прошлый раз я на чем летал? Окей, мы летаем на Тайфайтере, который модифицирован под... Подожди. Если там будут только истребители, ну, в смысле, докфайт будет обычно, то можно взять миссайлс. Но думаю, я мой сам возьму. Можно сделать five-head move и взять хэви-бомб. Я надеюсь, я не накосячил. Мне реально, наверное, понадобится ракеты обычно. Ладно. Я думаю, я справлюсь. Все-таки TIE Fighter это говно без щитов, но ладно. Так, оу. Сразу возле Людвига. Это крейсер, с которым мы атаковали, собственно, пиратский аутпост в прошлой серии. Так, ну давай, полный газ. Я всякий случай... Позовем ребят каких-нибудь, я не знаю. Так. Кто у нас прилетел? Ну, давай, кстати, Людвиг. О, у нас бомберы прилетели на поддержку. Нормально. Так, Людвиг сюда у нас. Так, где они? Это один. А это два. Ха! Ладно. Так. Все-таки я правильно поступил, потому что у нас прилетает Хантрас с Нибулом Б. Ладно, посмотрим, что у нас будут делать вот эти ребята. Я думаю, они полетели на него как раз таки. О, они прям запустили сразу же протонки. Я тогда полечу, наверное. Я прям огонь. Смотрите, какая у меня скорость прекрасная. Тайн-интерсепторы решили самоубиться, я так понимаю. Вообще, это была моя идея изначально. Ну ладно. Попали? Подожди. 8 щит. Отлично. Блин, я стрелял всего один раз с этих хэви-бомб, и это был неприкольный экспириенс. Я просто по пути. Вообще, мне хочется сейчас уничтожить этот Нибулон. Раз протонки его так дамажат, я думаю, хэви-бомбы его просто завалят. Ну, мне просто интересно. Так, там Людвиг атакует вообще-то. Мне интересно, кто. Альфа уничтожили. Я их послал на верную смерть. Признаю. Окей, меня не атакуют. Что интересно. С какой-то точки зрения. Меня до сих пор не атакуют. Даже сейчас? Okay.
Это очень странно. Order acknowledged, sir. Using your target for attack. Все, я так понимаю, меня начали атаковать. Нет? Что происходит? Тем временем прошло 4 минуты с начала битвы. Бомбер этот 3 уничтожен. Но все еще есть один файтер. Давай его не оставим в одиночестве все-таки. Блин, вот мне не нравится. Я помню то, что бомба это говнище полное. Так что надо быть аккуратным с ними. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, я понял. Нет, нормально. Так, меня атакуют. Сваливаем. Ну, хорошо, что они мажут, и они не понимают немного, как стрелять. Меня это устраивает. Так, окей, они скинули огонь с меня. И у меня больше никого нет, да? Вообще. Ай-яй-яй. Это было бы не прикольно. Ладно, давай, время заряжать. Нет. Куда он полетел, мать твою? Глупые ракеты. Ладно, давай еще раз. Меня захватили, нет. Это была хорошая идея. В принципе, можно скинуть сразу бомбы. Ну его к черту, терпеть все это. Так, Людик есть. Так, это... Так, все. Так, не врезаться бы. Не врезаться бы, говорю. Я пропущу его немного вперед. Все, поехали. Как насчет протонок? Нет? Окей, найс. Полетели. Короче, сейчас мы на полной скорости влетаем, скидываем бомбы, сваливаем к херам. Сейчас как раз я назначил, пусть челики отвлекают. Кого, блин, они отвлекают, если они стреляют в меня, вопрос. Бляха, второй не сработал. Так, и... Кого? Шаттлы? Подожди, мы вырубили весь корабль? Кого? Так, меня атакуют. Блин, ну мы ценой своего отряда все это сделали, что не прикольно. Блин, а шаттлы-то за мной летят. Ну ладно, я их приведу как раз к Людвигу. Черт, бомбер. У нас вообще они остались? Нет.
Блин, они прям за мной, камон, серьезно? Как жить? Пролетел? Нет, не пролетел. Спокойно. Где этот мудак? Вот он. Меня атакуют. Меня атакуют, мать твою. Мне надо выжить. Так, и следующий. Вот он. Так, хорошо, он пролетел. Пипец, на этой картонке летать нереально. Любой фейл это фейл. Это бонусная миссия. Это бонусная миссия. У нас вторичных-то нет. Так, мне насрать, что будет происходить дальше, если честно. Я улетаю. У меня... Что у меня? У меня просто индикация не растет. Слава богу. Я просто не понимаю, что происходит. Мы не уничтожили Хантерс. Да? Давай? Нет! Черт. Тайбомбер, этот 3 уничтожен. Это один зато есть! Подожди, это один. Давай! Хорош, он заходит. Пони... Warhead переключился. Кидай! Есть! Смотрим. Где это чудо? Мы прям под ним. Кет? Полетело. А, еще! Мать твою. Это плохо. И у нас никто не может это сделать. Блин, Людвиг прям вроде за мной. 2, мать твою, процента. Будем рисковать. Я бы рискнул, на самом деле. Но хватит ли мне мощности? Ах, естественно. Меня сейчас завалит. Нет, пролетели мимо. Хорошо. Теперь мы заходим на них. А, мать твою, там еще один челик. Да, давай, улетай. Черт, он прям тут. Почему у них есть щит? Это важно, чтобы мы сейчас его уничтожили. Все, поехали. Где он? Передо мной. Есть. Все, это Вин. Как бы мне облететь этот чертов? Есть кто еще меня атакует? Меня никто не атакует. А, мать твою, нет.
TIE Fighter Group Beta has been completely destroyed. Я вроде пытаюсь. Блин, у меня вайвинг полетел. Уничтожить. Ничего, я сейчас присобачусь к Людвигу. Мне сейчас главное выжить. У меня и так тайфайтер поврежден. Один косяк, и я минус. Лухантер 2. Какого черта? Тета! Давай! Меня все еще атакуют. Насрать. Оба, конвой приехал. Time to target 30 секунд. А? Бакун. Тета уничтожен. Один, мать твой, процент. Сириус ли? Как вы так его атакуете? Можно просто question. Он улетел. Гиперпространство. У нас Столвард приехал. Ой, мать твою. На 1% челик свалил. Отличные бомбардировщики. Воу-воу, полегче. А, опять Столвард приехал. Где этот мудак? Они в него не попадают. Типа, камон. У меня первым выстрелом попал. Слава богу, я от него улетал. Окей, чего мы добились? Forces repulsed the combined attack against the Ludwig. We held out long enough to have the relief forces and the construction unit arrive. Мы почти в одиночку уничтожили Небулон Б. О чем ты? Vice Admiral Thrawn is very pleased with the performance of his TIE Starfighter units. Траун доволен. Я бы охерел, наверное, кончило, если бы мы вообще Небулон Б уничтожили. Блин, к сожалению. Так, ну поехали дальше. While the new station NL-1 is under construction, our forces will protect the work crews. Это вот что происходит, когда ты в Empire at War строишь станцию. Ага. Дальше-то что? Gunboat Group Tau, TIE Interceptor Group Gamma and TIE Bomber Group Beta. О, мы на гамбоуте были. Ага. Дальше. While the new station NL-1 is under construction, our forces will protect the work crews. Gunboat Group Tau. Это, я чую, будет ужасно. It is nearing completion, and all systems are operational except the shields, which are functioning at only 50% of their normal level. The final work will be finished shortly. You are to defend the area around the new station and the Ludwig, driving off any rebel attack. They have yet to concede this area of space to Imperial control. The rebels and the Pikuni pirates are continuing their attempt to disrupt construction of the new base. They will continue to use quick assault tactics using hyperdrive-capable starfighters and corvette-class vessels. Корвет. Значит, я так понимаю, нам нужно взять протонки. Мы с бомберов хорошо их мансили. Что тут у нас? Watch for an opportunity to disable a craft that is carrying high-ranking rebels. Мы это в прошлый раз сделали, чел. Только что. Ты все еще Харкова подозреваешь? Типа он же гражданскую войну разрулил. Да, мы знаем, что он предатель, но все еще. Ладно, поехали. О, так мне и так предлагают торпеды. Ок, я согласен. На этот раз я чудить не буду.
Оу, да вы прям классно. Stay alert. Intercept any incoming craft. Какие у нас цели? Налуан должна выжить, я думаю, это без проблем. Людвиг тоже выживет, Стоуарт. Ты же только что прилетел, блин. Куда ты опять свалил? Шаттершейкер должен был. Оп, шаттлшейкер. Хей, патимейкер. Ладно. На самом деле он шакер, наверное. Блин, это не то. А как я... Лол, я забыл. Подожди. Во. Найс. We have incoming craft. It's a rebel attack force. Rebel corvettes have entered the area. Корветы. Request for reinforcements acknowledged. Зарядим. Ля, смотри, какие мудаки. По-моему, этого должно хватить. Только он не туда летит. У нас один шаттл есть. Вот он как раз наш патимейкер. Блин, мне бы сначала с ракетой разобраться как бы. Еще один. Рилли. Где она? Да хорош, может? Но она пока не особо летит. Это я уничтожил. А дальше? Да может, хватит, говорю. Че и вводить тут должен, блин. Где этот патишейкер, мейкер? Да иди нахер. Я назад на всякий случай переброшу. Так, я вроде в порядке. Улетели от них. Меня это радует. Ля, я лечу не на полной скорости. Мы его сейчас не догоним. Хер с ним, с миссайл. Я думаю, щитов не хватит. Энкеном. Заряжай. Цель-то мы выполнили. А. Рилли. Система в отруби. Я надеюсь, его не уничтожат. Это будет фейл. Транспорт, сори. Кого? А, это наш.
Но я отлечу, пожалуйста. Каким, простите меня, образом мы не смогли завалить этих мудаков? Это же фейл просто. Невероятный. Может, ты онкой? Я понимаю, что вы классные, все дела, но типа вам же проще будет. Где он? Все, без проблем, видишь? Кому я это говорю, лол? Где она? Попала, блин. Че, уничтожили? Нет. I'm sorry, люди. А ну. Ауч! Полегче, блин. Так же убить человека можно. Та incoming missile, блин. Воу. Это было очень близко. Ну все, без проблем. Толя! Угомонись, дядя! Дед, блин! Почему дед? Так. Пока не приблизился. Ну ага. Это мы видели за милю. Я понял тебя. Но тебе жить недолго осталось, дядя. Да пипец, они все еще стреляют? Серьезно? Долго он взрываться будет, мать твою. Мы справились. Хорошо. Осталось выжить. Эта миссия проходит прям идеально. Меня прям очень радует. Я прям невероятно рад. Но при этом не все протонки заюзали еще. Ну блин, я просто после первой битвы... ну, в смысле, когда мы атаковали крейсер Лусла... Я потренил свои летательные способности, так сказать, на ганботе. Научился, блин, переводить энергию с оружия на щиты. Это очень помогает. Да, Stalwart. Хедхом куда? На Stalwart или на станцию? Не, ну я прям огонь. А, у нас еще есть мудак. Hello. Подгоди ты. Ты видишь, у нас Rebel Scum. Не зря в этом слове есть слово кам, так сказать. Блин, меня стреляют свои, кайф, обожаю. Ну, угомонись. Есть.
А как тебе, мудила? Все, ребят, он ваш. Все, я могу эту музыку послушать без проблем. У меня есть щиты, у меня есть, мать твою, не картонный тайфайтер, я лечу на базу. Клайв. А, здесь еще нет. Окей. Значит, на Людвиг. Будет еще херено, если мы еще никого не потеряли, но это навряд ли. Это ж прям уже огонь. Все. Блин, все сделали, кайф. Так, Iron Hit 109 из 170, Laser Hit 16 из 122. Протонки таки все долетели, но не все, так сказать. Вообще какой-то дамаг был, нет, я так и не понял, ладно. Все задачи выполнили. Мы всего лишь один корабль уничтожили. Ну, типа, нет. 8 кораблей потеряли. 2 интерсептора, 2 тайбомбера, 1 тайдериан шаттл. Так это не наш был, блин. Патишейкер, да хер с ним. Патимейкер. Ладно. Чего мы добились? The new station NL-1 suffered minor damage, but repairs and the last of the construction are proceeding well. We hope that the rebels have realized the futility of their attempts to break the Empire's resolve in establishing a major outpost in this sector. You helped us capture a group of high-ranking officers. А в прошлый раз я вам не помог? Твоей задачи вообще не было в прошлый раз. Все, давай, пока. Я отдыхать, капитан. В общем, ребят, в следующий раз, наверное, последняя миссия будет. Ну и сразу новая начнем, может быть.